Впервые в республике, в городе Новочебоксарск, 7 мая состоится открытая командная гонка патриотов, посвященная 71-летию победы в Великой Отечественной войне. Дистанция 5 километров включает в себя преодоление препятствий на определение силы, ловкости, скорости, выносливости и общекомандного духа. Испытанием на прочность может подвергнуть себя любой желающий, достигший 16-летнего возраста. Аналог данной гонки применяется для тренировок спецподразделений армии России, поэтому в проекте планирует принять участие команда силовых структур Чувашской республики. Гонка пройдет на территории Ельниковской рощи. Место старта – Яблоневая поляна. Предварительная регистрация участников будет производиться до 6 мая этого года. Заявки принимаются по электронному адресу, который вы видите на своих экранах.